деревне Озерки, 60 километров от района. Газель наняли, 15 человек приехали на газели. Специально, да, специально. Кто с мужем, кто с семьей. И вот мужа тоже привезла с собой. Его тоже охота обследовать. Все-таки возраст берет и болезни, болячки разные. Почаще бы вот такие акции. Почаще. Привели родители, так как они уже возраст, сами понимаете, какой, требуется внимание им больше. Привели маму, попозже приведем папу, у него талончик кардиолога. Не хватает специалистов, это очень, очень полезная акция. Мы даже, если честно, не ожидали такого большого отклика населения. Большое количество людей пришли к нам пообследоваться. У сельских жителей есть возможность пройти обследование у областных специалистов. Это первый момент. И второе, это, естественно, компактное расположение фактически в одном месте, точечно, большого набора специалистов. Наши жители могут получить полный набор услуг.